Особенно, мне кажется, для кавказских девушек это просто must have. И говорит, я знаю, ты разозлишься, но в дверь кто-то стучит. Слушай, говорит, скажи Айке, чтобы в суд не подавала. Говорит, все, выгонят тебя оттуда. Смотрите, мясо обожаю. Ты что, тебя выгонят из университета? Надо ему этот канал создать на ютубе. АСМР для сна. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Вы мне в комментариях писали, что у меня постоянно сухомятка. Вы хотите какой-то борщ, не знаю, какой-то супчик. В общем, что-то из первого. Я подумала, почему бы и нет. Хотя я, если честно, супы не очень люблю. Но этот борщ в мамином приготовлении я просто обожаю. Он с мясом. Так что давайте приступим. Я взяла железную ложку и еще взяла такую пластиковую. Почему я не ем сразу пластиковую? Потому что в ней умещается очень мало. Как вы видите, вот это намного больше. Мне надо купить деревянную. Если будет шум, то мы перейдем на ту. Так, давайте приступим. Ой-ой-ой-ой. Он не очень прям жиденький. Я люблю, когда именно так. Вчера сидела, монтировала чуть ли не до ночи. Вообще даже не свой материал. Обещала подруге. У сестры подруги был день рождения. И так как у меня камера Canon, я умею монтировать, я взялась за то, что сниму этот день рождения. И вот вчера ночью монтировала. Я закончила монтаж, очнулась, посмотрела на время. Время уже было 5 часов. Потом я как бы прикрыла лавочку, все разложила по местам. Легла спать и никак не могла заснуть. В последнее время какая-то, знаете, бессонница меня мучает. Обычно, когда я ложусь спать, я включаю YouTube, включаю какого-то бьюти-блогера, потому что когда они рассказывают, мне хочется спать. Но в этот раз что там? Я включила такого блогера, который настолько интересно рассказывал, что я посмотрела полчаса ее видео про ее коллекцию хайлайтеров. У нас в универе один был педагог. Вот он так рассказывал, тебе прям в сон клонило. Вот даже ты выспался, ты заходишь к нему на урок, и прям вот хочется спать, потому что он как будто поет. А вот экономические воздействия друг на друга влияют. Я уже все, я уже засыпала, и не только я, вообще вся аудитория хотела спать. Никто не мог ничего ему сказать, потому что он такой мужик был, который имел вес в универе. И все говорили, да, профессор, вы так интересно рассказываете. Девчонками даже прикалывались, когда закончим универ, одну из его лекций запишем и перед сном будем включать и спать. Надо ему этот канал создать на ютубе. АСМР для сна. И рассказывать свои лекции. Хотя, знаете, такой грамотный мужик был вообще. И честный. Я помню, один раз я была не согласна со своей оценкой. То есть мне поставили 3, хотя я считала, что моя работа минимум на 4. Я подала на апелляцию, потом пришла домой. И бабушка такая так испугалась. Она говорит, 3 тоже хорошая оценка, что с чем ты споришь? Ты что, тебя выгонят из университета? Я говорю, в смысле, бабушка, почему меня должны выгнать из университета? Потом бабушка такая,
Мне ничего не сказала, подходит к моей маме и говорит, скажи ей, чтобы в суд не подавала. Так смешно было это. Скажи, чтобы в суд не подавала, а то выгонят еще ее. Я говорю, бабушка, апелляция – это не суд. Это просто то, что я недовольна своей оценкой. Это нормально. И бабушка такая, да ты ничего не понимаешь, ты ребенок. Вот, будешь с ними спорить вообще. Не получишь диплом. Так вот, я подала на апелляцию, мне исправили на 4. Если ты уверен в своей работе, почему бы нет? У нас, знаете, такой универ был, они только приветствовали то, что ты борешься за оценку. Знаете, одно дело, получил трояк и хватит. Главное не двойка, главное не срез. А когда ты хочешь получить более высокую оценку, то есть и учителей к тебе, улучшается отношение. Бабушка, помню, жутко переживала за меня. Говорит, все, выгонят тебя оттуда. Смотрите, мясо, обожаю. Как меня нажать пробел, когда я сижу, представляете, на кухне. Бабушка стоит около двери. И такая зовет маму и шепотом ей говорит, что слушай, говорит, скажи Айке, чтобы в суд не подавала, а то еще проблем дождется на свою голову. Что она у тебя такой демагог? Ну и что, что один раз тройку получила, видите ли, катастрофа. И мне в этот момент так хотелось обнять бабушку и просто заржать, что какая ты кадр реально. С бабушкой вообще столько историй интересных. Элементарно, сегодня утром. Я всю ночь не спала, правильно, мама ушла. Никого дома нет, ей скучно. Так как я заснула в 7, в 6, ладно, в 6 заснула. Естественно, в 8 я не хочу вставать. Потому что, блин, я не спала, всего час поспала. Бабушка заходит ко мне в комнату, ей, видимо, скучно, и она говорит, опоздаешь на работу, вставай. Я говорю, бабушка, я не иду. Нет, это, говорит, черт тебе не дает встать. Знаешь, говорит, на одном плече ангел, на другом плече черт, вот черт тебе, говорит, не вставай. А я тебе говорю, говорит, вставай, я в роли ангела. Потом я встала, нормально объяснила бабушке, что сегодня... Мне не надо туда. И тут она поняла и пошла. Потом прошло где-то минут 20. Я только-только уснула, вот только-только погрузилась в этот сладкий сон. И тут заходит бабушка. Такая говорит, вот ты и так и худенько ничего не ешь. Я говорю, господи, вся страна говорит о том, что я много ем, ты говоришь, что я мало ем. Ну ладно. Она говорит, позавтракай, потом иди дальше спать. Если я сейчас пойду завтракать, я говорю, я потом не усну. А мне нужно быть бодрой, потому что сегодня день рождения у племянницы. Сегодня куча дел, надо снять видео и так далее. Получается, она меня второй раз разбудила. Говорит, мне тебя жалко. Покушай, потом опять ложись спать. Главное, покушай. Блин, с одной стороны, это так приятно, что бабушка о тебе заботится. Она такая, мусечка-пусечка, ты ее обожаешь. Но с другой стороны, ты говоришь бабушке, бабушка, дай мне поспать. Проходит еще полчаса, опять стучится она ко мне. И говорит, я знаю, ты разозлишься, но в дверь кто-то стучит. Встаю, злая уже. Иду к двери, смотрю, там эти типа придурки. Которые по квартирам ходят. И, а вам не нужны освежители воздуха? Вам не нужны очистители воды? Или еще хуже какая-то секта? Я бабушке сказала, что не стоит открывать. Я вижу в глазок, что какой-то парень с вещами. Я в таких случаях никогда не открываю дверь. Особенно, когда мы с бабушкой вдвоем. Ладно, еще когда папа дома.
И тут я ложусь спать. Звонит домашний. Блин, как будто вот мы все сговорились, что вот разбудите Айку. Я уже разозлилась. А мама говорит, что вы мне не даете поспать? Мама говорит, а что я? Я первый раз всего позвонила. И все, вот после этого звонка я поняла, что сегодня мне не поспать. Хотела снять для вас видео, чтобы к 12 успеть. Смотрю, никак не могу найти зарядку от своей вот этой камеры. Красавица, марч тебя, как я тебя люблю, моя камера. Пока я там накрасилась туда-сюда, хорошо, что нашла в конце подзарядку, поставила на зарядку, подогрела себе борщик, и вот сижу с вами болтаю. Вот весь мой день. Не знаю, доем или нет, но пока что в меня лезет. Надо еще оставить место в животе. Надо еще место в животе оставить, потому что мне еще на день рождения. Там тоже покушать. Ой, подстебывать меня будут там. Это день рождения дочки моего двоюродного брата, который был в предыдущем видео. Они делают в ресторане, но мне надо пойти сделать лазер. Вот, я всегда делаю лазерную эпиляцию лица. Даже вот эти вот мелкие волосы вот здесь, вот здесь. Здесь тоже я убираю, и мне начали, короче, девчонки писать, что у тебя лоб стал больше. Мне кажется, что вот мастер, доктор, который мне делает лазерную эпиляцию, она слишком глубоко сюда заходит, у меня получается лоб какой-то большой. Поэтому все, вот эту часть я уж трогать не буду. Я приготовила здесь сметану, совсем забыла про нее. Со сметаной вообще божественно просто. Уже на протяжении где-то, наверное, 4 лет делаю лазерную эпиляцию. И делаю все реже и реже. Уже делаю в таких частях, знаете, где, по идее, не нужно делать. То есть, например, вот здесь. У меня никогда здесь не было волос. Знаете, бывают такие пушковые, такие, знаете, белые волосы. Вот пару штук здесь. Но когда у тебя отсюда, например, лазерная эпиляция, и здесь нету ни одного волоска, и тут начинаются какие-то мелкие пушковые волосочки, ты уже решаешь, нет, здесь тоже буду делать лазерную эпиляцию. Уже скоро на носу буду делать лазерную эпиляцию. Просто настолько мне нравится эта процедура. Особенно, мне кажется, для кавказских девушек это просто must have. Хотя у меня, если честно, по сравнению со всеми, не хочу себя хвалить, но у меня волосы растут не настолько как бы обильно, можно сказать. Элементарно брови я рисую, потому что у меня не густые брови. И так везде. Даже если на теле у меня есть волосы, но они, знаете как, они пушковые. И даже лазер их плохо берет. То есть первый раз вы делаете лазер на пушковые волосы, в следующий раз они растут пожестче. Я не знаю, почему так происходит. Если хотите, я вообще сниму отдельное видео про лазерную эпиляцию, кому это интересно, каким аппаратом пользуюсь я. Пишите, если интересно вам.
Сегодня у меня прям, знаете, такое вдохновение. Хочу в Инстаграм снять, как я крашусь, мой мэк. Я даже вчера ночью, пока видео сохранялось, отобрала средства, которыми я буду делать мейк сегодня. Я думала, что я встану чуть пораньше или буду чуть бодрее. Не знаю, как это могло произойти, если я ложусь спать в 6. Пока сидела, монтировала, представляете, я съела 10 мандаринов. Вообще думаю снять видео, челлендж, сколько мандаринов максимум я могу съесть. Вот, я очень люблю мандарины. Мандарин — это прям моя любовь. Мандарины, вот ассоциация у меня — мандарин — Новый год. Мандарин — Новый год, вот так вот. И представляете, я так сижу, монтирую, и рядом со мной вот так вот гора кожуры мандаринов. И причем это были такие мандарины с очень жесткой такой кожурой. То есть внутри мандаринчик небольшой, а кожура прям огромная. И тут где-то, наверное, часов в 3 ночи мама зашла ко мне в комнату, она говорит: «Чего ты не спишь?» Я говорю: «Монтирую». И говорю: «Ем мандарины». Мама говорит: «Это все ты сейчас съела?» Я говорю: «Да». Мама такая: «Ну ты зверь». Я так, мне так пробила на ржачь: «Ну ты зверь». «Ну что зверь-то? Попробуй ты всю ночь монтировать». Ребят, походу я доедаю. Со сметанкой лучше. Надо было сначала со сметанкой кушать. Доедаем. У меня еще здесь чай, он правда немножко подостыл, с такими вот конфеточками. Ой, да, кусочек конфеточки упал. Обожаю эти конфеты. Вчера моя тетя принесла. Я готова была на нее молиться. Обожаю эти конфеты. Я совсем забыла. Я попросила вас в Инстаграме задать мне интересные вопросы. Вот вечно так. Вот вы правы. Надо составлять текст, вот что я буду говорить в видео. Даже если я составлю, поверьте мне, я вообще буду говорить о другом. Но это то же самое, как вы сидите, например, пришли в ресторан, сидите с подругой и болтаете, правильно? Для меня вот мукбанг — это то же самое. Вот я села и сижу с вами, болтаю на какую-то тему. И куда меня понесет, это вообще непонятно. Обожаю чай, когда вот в ведре. Люблю. Здесь просто водичка осталась немножко. Я считаю, что я доела. К хлебу даже не притронулась. Хотя вот, притронулась. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока.